Ну что, ребят, всем привет, вы на канале Russian Riders. Сегодня покатуха, я решил ее поснимать, так как давно не снимал покатушки. Вот, и она должна быть интересная, потому что мы в Ильинском, 5 мотиков, и я еду сегодня на пите. Я очень давно хотел проверить, как пит поведет себя на реальной хардовой трассе, насколько будет тяжело на нем, сравнить есть с чем. И сегодня у нас Avantis, 4-тактный, Husqvarna FE350. Офигенная хардэндура, ГР-ка 7-я, как у меня, и ЦР-ка 250-я. Посмотрим, как будет вести себя пит. Ой-ой-ой! Лови, лови его, блядь! Ну чё, ребят, поехали. Тут парни на гангстерских пушечках разминаются. У меня сегодня будет жесткая конкуренция. Я охренею, чувствую, на пите. Если вы любите качественный и атмосферный эндуро-контент, советую подписаться на канал «Наивные эндуристы». Эти парни не первый год катают и тренируют эндуро, снимая все это в 4К. Сейчас в их банде 4 топовых китайца, 2 форса и прошки от Avantis на инжекторе и ФЦР. Ребята часто тренируются в Зеленково, поэтому кто катает там же, можете присоединиться к их дружной команде. Также наивные эндуристы не забывают и об обзорах на свою технику, поэтому контент ждет вас разнообразно. Советую подписаться на их канал, ссылочку оставляю в описании и закрепленном комментарии. Так, ну все, мы отправляемся. Первая корочка тут небольшая. Здесь для пита сложность только в колеях. Они бывают глубокие, ноги цепляются, слетают. Надо отпускать немножко вперед ребят, потому что, блин, иногда я утыкаюсь. А если заглохну на пите, то пиковать на горке будет беспонтово. Первое падение. Вот и гайрочка доехала. Хрена себе у тебя подсветка. Подсветка модная. Вообще. Спасибо. С черной графикой вообще топово смотрится реально. Этот родной трест ГР. Надеюсь, там не мокро, блин. Так, сейчас выход к первой горочке, которую я, собственно, и хочу проверить. Это будет интересно. Ну что, в каком состоянии горка? Плохом, да. А там? Слушай, ну нормально. Отлично, фигурит, постой. Блин, ну здесь на корнях так подергало прям. На корнях потаскало.
Какая разница, ты, блядь, питбайки сидишь там? Вот это шкварно подъехало. Пока Пит выдержал испытание. А КТМ висит. Блин, это который новый? Это прям 0.3 моточа. Блин, ну 0-3. Все, приложил. То есть просто хуяк и лям на горе валяется. Опа, поехал лям, блядь. Уже 980. Опа, блядь. Уже 900. 960. Бля его давай. Хонда. Ой-ой-ой. Красиво. А, да. Тихо, сидушку испачкал. Все тонко. Да не, я, наверное, вниз. А, съедешь, заедешь? Да. Ну давай. Мне кажется, это все-таки проще, чем та. Не, вот это вот, по которой ехал. Еще в защитке, знаешь, там, да, то все обдирается. Фарц туда, нахуй, все. Снегу уронил, пластик поцарапал. Блядь! Надо купить новый элемент. Да, обязательно. А потом на стяжку, да? Прошло 3 года, минус 5 мотиков. Ни на одном нового элемента нет. Да пизды. Алло, ё-моё! Пилите срочно его. Всё, поехали. Потом покурим. А он... Меня, кстати, вот об это дерево зажимало вообще жестко, я помню. Вот сюда выскочил, тоже заглох, и назад меня мотом как придавило туда. Погнут передний диск тормозной, у меня тормоз подклинивает, когда зажимаешь, он то блочится, то отпускает такими рывками, блин, стрёмно с горок спускаться. Ну, здесь лайтово. Так, там кто-то уже сидит, да? О, ни хрена тут колея. Питбайк очень даже неплохо себя показывает, но еще не было больших бревен, ни одних. Сейчас будет лютейшая хрень. Хотя, кстати, вообще изи въехал-то, блин. Что-то раскатали, что ли? Я помню, Гэри здесь, блин, буксовал капитально. Давай, приезжай. Не так. Свечу, бля.
Чувак с мечом, блин! Просто, блин, русично. Богатырь, блин. Ты... видел Алёшу Попович, блин? Я прямо охерел. Так, сейчас, по-моему, будет длинная горка. Так, пускай Пит отдыхает пока. Да. Настолько глубокая колея, что я даже если хочу ехать нормально в стойке, не могу. Ноги сбивает. Так, бревнышко. Я, конечно, попробую. Давай. Так, здесь с моими тормозами надо быть. Ой-ой-ой. А, вот здесь что ли? Так, сейчас вот она, самая жопная горка. С поворотом. И с бревном. Попробую сходу ее. Не, какой тут нахрен сходу. Тут наделал объездов. Сейчас легко довольно. Оп. Я был. Почти. Я вот оттуда обычно мы прыгали, ну на пятке нафиг.
взять. Я думал, в дерево упрусь, а она далеко. Меня так зажимало разок. Оп, хорош. Подписы не получили? От мечника. Поговорили с ними нормально и все выяснили. Но запрети перевесить разметку в обход к лагерю, и проблем не будет. Не достал. Да. Я Коляна слышу. Ногами. Он прибанил. Вот по вот этому следу и вот туда. Ребята на КТМчиках нас догнали. Поеду немного за ними. Пока едем в таком спокойном режиме, пит успевает остыть, поэтому я на расслабоне. Ой-ой-ой. Сейчас буду тоже перекидывать сбоку. Хорош. Да, с маленьким мопедом и длинными ногами. Ну да. Ребят, пока пит показывает себя просто шикарно, ехать на самом деле сейчас очень легко. Ну, во-первых, сухая трасса. Вот, может быть, подраскатали ее, не знаю, что ли, поположе стали эти бревна. Но прям едется реально очень легко. Я чуть даже на ГР-ке так не охреневал. Ну, в смысле, на ГР-ке я охреневал, а тут то ли мы потому, что очень много отдыхаем, я жду ребят. Вот, и в целом вообще пит нормально прет. Главное давать ему отдохнуть, чтобы он не перегревался. 190 кубов газить на этих затычных подъемах всяких бревнами страшновато. А так вообще просто пушка, блин, подвеска работает сейчас хорошо, мне нравится. Бревна все переезжаются так же, как и на ГР-ке, только если надо перетащить, его легче перетащить гораздо. В общем, едем дальше. Первый спецучасток мы прошли, 6-километровый, ну тут 7 где-то километров. Дальше должны уйти в следующий лес, но не знаю, ребята, пока там что-то Авантис немножко подтормаживает, подглючивает, поэтому, может, туда и не уедем уже. Продолжаем.
давай. Я даже не представляю, как это. И под песню, как там негры гроб таскают.